Оперативным штабом Национального антитеррористического комитета в Чувашии проведен завершающий этап командно-штабного учения. Согласно легенде учения, террористы совершили нападение на один из объектов органов государственной власти и захватили работников в качестве заложников. Они выдвинули руководству страны неприемлемые для выполнения требования политического характера, а также угрожали совершить подрывы самодельных взрывных устройств на территории города Чебоксары в случае их невыполнения. Для пресечения теракта руководителем оперативного штаба, начальником УФСБ России по Чувашской Республике Сергеем Сафроновым принято условное решение о проведении контртеррористической операции и введение в столице республики особого правового режима. Штабом выработаны меры и спланированы действия привлекаемых сил и средств по обеспечению безопасности населения и предотвращению угроз взрывов на территории города Чебоксары. В ходе учения также проведена проверка состояния антитеррористической защищенности одного из объектов органов государственной власти республики. Отработаны практические навыки работников при угрозе совершения теракта и экстренной эвакуации в случае обнаружения подозрительного предмета. Действия подразделений в командно-штабном учении получили положительную оценку руководства оперативного штаба. Считаю, что цели учения достигнуты. Как руководитель учения в целом положительно оцениваю результаты учебной контртеррористической операции.